Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека», вопрос 240. Что делать маловерующим родителям, если ребенок заболел эпилепсией? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Для неверующих и маловерующих, что в большинстве случаев одно и то же, идти в поликлинику и попытаться помочь через врачей. Сирах, 38, с 12 по 13 стихи. «Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех». Маловерующий – это сомневающийся человек. Иакова 1:6. «Но допросят с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Римлянам 14:23. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, – грех. В слове Иоанна Златоустого своему другу Стагирию, первый том его творений, ясно показано, что Бог может допустить даже беснование своего чада для большей его славы, что такое эпилепсия до конца и врачи не знают. Быть может, это одна из форм одержимости. Если верующим не все открыто, а только призываются они к подвигу и большему подвижничеству во имя Христа, то про маловерующих не приходится говорить.